оплавленное зеркало лава. Продолжаем экспериментировать. Получается вот одна сторона, ну, двухсторонняя, можно клеить и той стороной. Получилось тут заплавленное, тут гладенькая контур получились при покрытии титаном. Зеркала все влагостойкие. Также можно каленые их производить. Максимальный формат 2 метра на 1400. Крупный довольно формат такой. А с этой стороны получилось все под стеклом. То есть вид у него кратерный, будто лава подстывающая. И вокруг него гладкая такая структура. То есть все под стеклом. Можно его так клеить, получается. Вот этой стороны можно клеить, тогда будет шершавая лицевая сторона. Тоже красиво. Или этой стороной клеить будет вот эта сторона. Ну или же двухстороннее можно его сделать, с этой и с этой. Можно закаленное делать. И у нас влагостойкие такие зеркала, что можно в бассейн, мы недавно производили, то есть сложили плитку в бассейн. То есть если обычные зеркала, даже влагостойкие, там какие-то китайские, они через день облетают задняя подложка, то есть оно прозрачное становится стеклом, то у нас не облетает вообще, и не темнеет, и не тускнеет, то есть и уже по 8 лет у людей стоит под водой, и проблем никаких нету, то есть уникальная технология. Также можно контролировать вот эти вот кратеры, можно больше, меньше делать, ну то есть структуру делать, какую вы хотите. То есть в данный момент это образец титан. А так, в принципе, цветовая категория большая. Сейчас на свет его покажу. Можно его резать, сверлить. Отверстие под розетки в нем. Довольно прочное, даже не закаленное. Можно больше делать структуру, глубже и выше.